21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Спустя несколько часов он поручил ввести на эти территории войска. Мы спросили жителей Гагаузии, что они думают по этому поводу. Ну, что это бред полный, развязывать войну между Украиной и Россией. Жалко и ту сторону, и эту сторону. Очень плохо отношусь к этому. Мы знаем историю Приднестровья, мы знаем Карабах, мы знаем Грузия с Абхазией. Это не приведет к ничему хорошему, это будет кровь. Вам не интересно, что в соседнем государстве? Войска едут с России на Украину. По телефону вот смотрю постоянно новости. Это конфликт Путин-Зеленский, победитель будет Байден. ЛНР и ДНР – это регионы, которые давно уже себя определяют больше российскими, чем украинскими. А признание двух республик – это уже спасение жизни миллионов людей. Когда последний раз интересовались событиями? Сегодня, по 2 часа, полдня, утром, да. Зачем воевать вообще мирному народу? Зачем эта война? Я вообще не понимаю. Я за мир. Мы молимся Богу, чтобы был на земле мир, и мы сочувствуем этим народам, там, украинцам. Как можно относиться? Хорошо отношусь к Путину, что он, как он сделал. Они сами эту войну затеяли, сами пускай разгребают. Мне что делать?